Могили прикриті шифером, зверху хрест та іграшка. Так ховали знайомих та сусідів, які не пережили черговий авіаналіт. 12 марта утром ми проходили вдоль приближаючих домів. И как только мы завернули за угол, мы услышали большой такой взрыв, нас подняло взрывной волной. И спустя время мы понимаем, что это был авиаудар. Мы заворачиваем за угол, мы видим, что под завалами дети, люди, мы начинаем их раскапывать. 27-річний Артем виїхав зі зруйнованого Маріуполя наприкінці березня. Говорить, вже тоді рашисти почали такі поховання нищити. Орки танками проїжджають по этим могилам, викапують людей, то есть повністю убирают доказательства того, что они к этому как-то привязаны. А после авиабомб от людини взагалі не лишається решток, как от 21-річного племінника Артема. Он гулял с собакой, и собака хаски скелет откинула в подъезд. Это единственное, что поняли, что вот как бы это его там, так сказать, это где-то был он. Град казался уже по сравнению с авиаударом, град казался уже игрушкой. Артем с дружиною и 5-річною донькою в Маріуполі просиділи місяць під обстрілами, ховалися в бомбосховищі власного бізнес-центру, допоки і його не розбомбили. Тож вирішили вибиратися, але на першому ж посту потрапили під обстріли. Моего ребенка спасли туфли. Туфли, которые лежали сзади на стекле, пуля попала в туфлю. А меня как бы ранило, вот у меня есть шрам пули, которая влетела и вылетела. Тоді довелося вертатися, через волонтерів шукали інші шляхи. Деньги уже были, никакой роли не играли, совершенно. Благо, что у меня были свои продуктовые магазины, у меня был запас сигарет, и вот сигареты стали валютой. Валюты для того, чтобы поменять на еду, поменять на воду, поменять на медикаменты. И, наверное, благодаря и сигаретам, наверное, выжили. И выбрались. В Маріуполі Артем втратив житло і бізнес. Мав пекарню і кілька магазинів. Наразі його родина в безпеці. Чоловік у Кропивницькому планує новий бізнес. Але щиро чекають миті, коли повернуться в рідне місто. Можна вбити, розбомбити здання. Можна побити наше населення. Но Маріуполь, он всегда будет живой. Пока живы маріупольцы, он будет живой. Маріуполь – это Украина. Юлія Бабак, Артур Переханян, телевізійні новини, CBN.